Смотри, что я нашел. Привет. Еще одна пиксельная шедевральная игрушка. Выглядит она просто супер. Я не хочу идти один, сестра. Ну не иди, давай вместе. Ты должен, так сказали старейшины, мне велели ждать твоего возвращения здесь. Угу. Ну как я одолею мертвого короля в одиночку? Старейшины выбрали именно тебя. Иди давай, иди воюй. Женщинам запрещено прикасаться к оружию. Старейшины говорят, так, что говорят старейшины? Лучше бы вы выбрали кого-нибудь другого. Блин, забыл прочитать название игры. Как игра называется? Что-то там с подземелками сравнится. Так, проведи пальцем для... О, господи. А, вот он как ходит. Смотри ты. По клеточкам. Ладно. Каждый год выбирают юноша, который должен бросить вызов горному королю. Ни один из них не вернулся назад. В этот раз выбор пал на твоего брата. Тебе велели проводить его к вратам. Велено ждать, но тебя одолевает тревога. Идем спасать братана! Держись, братан, мы тебя спасем. Зомби в бородавках. Так, а тут есть секреты. А, потемневшие корни. Тут нутром чувствую, что они больны, трудно сказать. А как драться? А-а-а! Чё это было? Подсказки, управление, интерфейс справа. Мне меч нужен, мне нужен меч. Так, а как обмануть эту? Блин, как обмануть эту заразу? Вот оно как. Куча грязи, ты раскапываешь меч брата. Поборов неуверенность, ты берешься за рукоять. Боги молчат, старейшины ошибались. Двигайся из стороны в сторону, чтобы это... За решеткой темно. А как он там говорил? А, во. Что за существо? Но это не крыса. Она тебе, зараза такая. А во, я могу первый атаковать, ты понимаешь? Так, старый пустой стеллаж, на нем ничего нет, кроме пыли. А чё, прикольно, слушай. Короче, все мои действия заключаются только... Я... Подожди, стой, дай кое-что хочу попробовать. Понятно, я думал, может, можно подрезать и ядовитыми корнями окрутить кинжал. За выбитой дверью находится лестница, которая ведет к сердцу жуткой горы. Переживая за брата, ты, не раздумывая, спускаешься по ней. Хорошо. Короче, мы в подземелье. О, тут сбоку. А, нет. Приобрести версию без рекламы. Да ладно уж, подумаешь, реклама. Выживем мы как-нибудь и с рекламой. Ой, мама, чё ли? Механизм, который открывает двери, да? Да ты еще! И чё? А, понял. Короче, тут такая
Загадочная система, да? Блин. И все сначала? Блин, вот здесь вот что-то вот светится. Блин, не получится меня это взять, видимо. А, чё, прикольно. Короче, типа как головоломочка такая, да? Интересненько будет, я думаю. Глава 4. Арахнофобия. Ну давай, побоимся арахнидов. Ух ты! Ты чё? Ах ты! Ух ты! С первого раза не убивается, а? Так, а где ключ? Сколько раз тебя надо убить, а? А, о! 3 раза и ключик дали, отлично. Так, подожди. Мне не нравится. Ага, ничего не происходит. Ничего не происходит, хорошо. Так, глава 5. Я тебя вижу. Видела и вижу еще раз. Так, блин. Маг, тролль. И что мне тут делать? А, так они все в тюрьме. Ой, мама. Ай! Так. А ты добрый или злой, маг? Ой, она добрая. Эй, кажется, я тебя уже видела. Парень, которого привели, он твой брат. И вот велик королю. Говорят, его склеп под жуткой горой находится на глубине. Так, за подземным озером, пересечь который могут лишь мертвецы. Я собираюсь бежать как можно дальше отсюда и тебе советую. Блин. Ну беги, спасибо за помощь, пожалуйста. Останки бедолаги. Ладно. Ладно, хорошо. Главы так быстро кончаются, да? Глава 6. Ужасная вонь. Ну тут... Так, на первый взгляд, не так уж и просто. Так. Ужасная вонь за фонтаном. Утробный рык. Ты вспоминаешь слова матери. Всегда здраво оценивай свои силы. Мама. Здраво оценивай свои силы. То бишь я, видимо, его не смогу убить, да? Ах ты жопошник. Не хочет. Давай, 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 давай. Нет, не успел. Я понял. Успею, 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 успею. Раз, два, три, четыре, пять. А, есть, успел. Ха-ха-ха. Интересно, я его мог бы убить? Ой, смотри-то, он за мной идет. Погоня. Так, видимо. Видимо, надо быстро, быстро, быстро. Давай, 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 давай.
А здесь вот, может, надо было открыть зомбаков. Точно. Не успею, вот сейчас вот точно не успею. Нет, давай, два, три, четыре, пять. Ай, ай, ай. А. Хотя вот, как вариант, мне кажется, надо было здесь все-таки открыть зомбаков. Вот. И они, может быть, задержали бы его чуть-чуть. Мне кажется... Так, 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 так. Ой, боже, не сюда. А-а-а! Давай, иди. Знаю я, как с тобой справиться. Мяша? Мяша, Мяша, иди кушать. Кыша, кыша. Так вот. Лава. Это тонкая струйка лавы, да? Старый очаг. О! Огонь так и манит тебя, усталость. Ты ложишься у костра и крепко засыпаешь. Хороший сон мигом останавливает очки здоровья. Жаль, у тебя их нет. Класс! Можно поспать. Ну давай поспим трохи. Чего уж теперь. Можно и поспать чуть-чуть. Так. Что за происходит? Что за ерунда теперь? Где девчонка? Она должна была ждать здесь. Я говорил, что она не послушается. Она может помешать жертвоприношению. Ах, вы ж собаки такие, а? Думаешь, она обо всем знает? Откуда это невозможно? Они в жертву приносят пацанов, они сражаются. Пойду и расскажу остальным. Жди здесь. Это я тут командую, поэтому я вернусь, а ждать ты будешь ты. Тьфу ты. Сам ты, тьфу ты. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я проснулся. Так. Тут пусто. На пути к лестнице ты вспоминаешь обрывки странного сна, что-то насчет старейшины деревни, врат мертвого короля. Ладно, это всего лишь глупый сон, нужно двигаться дальше. Сколько глав всего? Сколько мы сегодня глав пройдем? Глав 10 осилим. О, 10 уже. Уже осилили. А, реклама. Боже. Ладно, сейчас промотаем. Короче, вот и появилась первая реклама. Да? Хорошо. Так, кто тут у вас? Кто крови не прольет, тот свободно не пройдет. О, ай, ай, ты чё? Я хотел просто хонькам помочь, понимаешь? Понимаешь меня, нет? Горите все! Так, тут все везде пусто будет. Ну, вроде бы везде, да? Ладно. Так, стоять. Хлюп-хлюп. Уф, ледяная горная вода. Наверняка ядовитая. А я попил? Наверняка ядовитой воды или нет? Глава 11. Еще один кирпич. Блин, опять реклама. Это после каждой главы будет. Ну, ладно. Так, еще один кирпич, глава 11. Надо сразу думать, что делать. А потом. Что потом? Суп с котом потом. Знамя мертвого короля пробуждает ужасные воспоминания из детства. На твою деревню напали, погибло много людей. Так, хороший вопрос, что тут куда и как делать теперь.
Так вот здесь я что-то не понял. Некоторые кирпичи в стене держатся не слишком плотно. Приложив усилия, ты достанешь один из них. Хе-хе-хе, понятно. Понятно, понятно. Сюда ложим, да? А как его положить? Блин. О, отлично. А, не-не-не, подожди. Так, мне еще один кирпич, наверное, нужен, не? Блин. А-а-а! Здесь вот я не понял, что делать опять. А вот здесь вот не понял. Dead King's banner. This path would lead you even. The wall in. Так, да, я кое-что еще попробую. Блин, а почему на один мне больше надо? Ну вот же ж, ё-моё, и что? Мне еще один кирпич нужен, пацаны. Где его взять? Надо искать кирпич. Блин. Чё-то я больше не нахожу кирпичей. А если я сейчас подберу кирпич? Ну все, и он тут же. Хм. Что ты будешь делать? Ай, что ты, что делать? Понятно, что. Так не получится. Вот, все, понял, я понял. Боже, как это сложно. Кстати, вопросик какой-то. Подсказка. Да, детка. Вот так вот это делается. Я уже увидел, что там камень есть, пацаны. Так что не надо тут мне ваши подсказки, без них справлюсь. Хотя уже на 11 главе стало сложно. Ну, конечно, реклама, куда ж без нее. Так, грамотная, что-то там грамотная, да? Угу.
На польной плите перед тобой 4 больших отверстия. Высохшая кровь, кожа, волосы, ловушка. Так, с ловушкой понятно. В ловушку мы всех можем загнать, да? Так, а как с этим? Ух ты! Так у меня ж нету этого ключа. Как быть-то? Не. Ключ, видимо. Я понял. Тут что-то не так надо делать. А, не, все понял. Так, все, теперь понял. Это моего братана сейчас повели. Это я в прошлый раз не открыл, да? Так, ясно. И оно какое-то время, да? Определенное. Блин, не, так не получится. А-а-а! Куда деваться, помогите. Может попробовать убить этого товарища? На штыри насадить, а? Как вариант. Может, он помрет? Нет, 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 блин, 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 надо быстро. Давай, 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 давай. Так, я не понял, что произошло. Чё, ну? Ну как так-то, вы чё? Чё не успеваю? Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Успел, успел, успел. Тут надо быстро, блин, я аж запыхался, слушай. Прям запыхался. Так, глава 13, время и пространство. Хорошо. Так, коснись, чтобы тут можно купить. Все, последний. Двое могут существовать по времени, но не в пространстве. Заваленный тоннель, гора валунов напоминает о том, как далеко остался солнечный свет. Ай! Опустошили. Так, а ключ мне где взять? У меня ключа нету!
Помогите! И... Где ключ брать? Ой, мама, ты, блин. Блин, ну что делать теперь? Да ё-моё, не знаю. Как его обмануть? О, под... Твою ж дивизию с первого раза убил. И чё? Двое могут сосуществовать во времени, но не в пространстве. Блин, а что с ними сделать, чтобы они могли вдвоем в этот портал зайти? Короче, ладно, слушай, тут уже ролик подходит к концу. Сам давай думай, нечего тут выйти из игры. Полная версия. Настройки прогресс. Что за прогресс? Загрузить игру, удалить, разблокировать уровни. Ладно, короче, все, наверное, на сегодня, да? Прикольно, блин, вообще-то. Вообще-то прикольно, интересно. Прикольно, интересно, и игра называется Dungeons of Dreadrock какая-то. Про гору. 13-я, вот... на 13-й главе я остановился, время и пространство, да? Полную версию можно за 2.18 купить, и не будет рекламы. Вот так вот. Ну, у меня на сегодня все, увидимся в следующий раз. Пока. Thank you.